Добрый день, ребяточки. Здравствуйте, мои дорогие товарищи. Сегодня 12 декабря 23 года. Мы в Краснодаре. Но решили зайти в салончик, который продают машинки Омода. Это, я так понял, китаец. Ну, китаец красивенький, ребята. Ну и начнем с цен, чтоб не говорили тут. Что к чему, читайте, вот, красавчик. Вот цена его, S5, ну, конечно, внутри, ну, внутри сейчас везде так делают, что как в самолете. Автомат, коробочка, удобная, четкая, елки-палки. S5 AVD. Вот стоимость его. Рассрочки. Платеж по авторассрочке почти 40 тысяч. Шикарнейшие, ребята, шикарнейшие машины. Я вообще в шоке, конечно. Ну, не подумайте, что здесь только одни китайцы, ребята. Здесь и Мерсы стоят, и Ягуары стоят, и BMW. Чего такое здесь нету, ребята. Нищая Россия, я вам серьезно говорю. Не на чем ездить и нечего жрать. Ну, это другое уже название. G7 какой-то. Ну, тут же написано, бог его знает, как оно называется. Нету слов, ребята, нету слов, аж плохо смотреть. Ну и Тига Черри наша любимая, конечно, есть, потому что без Черри никуда. Вот. Вот цена, ребяточки, так что шикарно, шикарно. Ну, люди готовятся уже к Новому году, естественно. Все идет. Тига 4 Pro. Интересно. Красавчики. 2520. 2220. Ну и пошли дальше. Тига 7. Он будет подороже, естественно. Так. Это ж самолет. 3600, 320. Ну, 8, конечно, это вообще реактивный самолет. Цена 4650. 2960. Ну, это тоже нищий автомобиль. Арисо 8. Вот тебе. Вот тебе и бедная Россия. Молодежь. Смотрит, смотрите, смотрите, мечтайте. Ну, в салонах тут можно не показывать, здесь все сказочно. Не знаю, кто как относится к этим вопросам, а я люблю все новое. И пусть говорят, что хотят. Плохое, неплохое, новое все хорошее. Так что не говорите глупости. Ладно, ребята, буду заканчивать. Тоже тут я расстроился. Мне плохо вот этого всего. Вы сами понимаете. Ладно, будьте здоровы.